Приветствую всех. Сегодня у меня Galaxy Fame. Рабочий телефон. Принесли для замены тачскрина. Такой вот тач. На него идет. Простая замена. Простой бюджетный телефончик. Старая модель, по-моему, 13-го года, если не ошибаюсь. Батарея садится. Вот все работает. Единственной проблемкой является вот этот вот скол внизу, ниже кнопки Home. Хозяин решил заменить. На сегодняшний день замена данного тачскрина, данной модели, у нас стоит 15 евро. Сейчас мы с вами быстро его поменяем. Снимаем заднюю крышку. Обычные самсунговские винты. Одного винта нету, судя по всему. Телефон разбирали. Снимаем заднюю крышку. Итак, смотрим. Соединяем разъем дисплея. Аккуратно здесь находится микрофон. Утаскиваем его. Вот он, разъем. Дисплей лучше снять. Да, он, судя по всему, приклеен к тачскрину и не слабо. Давайте нагреем стекло. 300 градусов выставил я. Термофене. Прогрели. Аккуратно снимаем дисплей. Тач. Как-то он больно легко снялся. Мне кажется, его раньше уже меняли. Снимаем защитный пластик. Ставим в рамку. Устанавливаем дисплей. Успела залететь пыль. Пыль.
уши. Вставляем разъем тачскрина. Ставим на место плату. Рамку. Да, дисплей тач до нас меняли. Вот здесь голограмма стоит. Это MBX производителя. Довольно хорошие стекла. Мы тоже иногда у них заказываем. Китайские стекла. Включаем телефончик. Печать завода-производителя китайского. Закручиваем винты. Проверяем стекло. Батарея садится. Вроде все работает. Все работает. Всем спасибо за внимание. Совсем простая замена. 7 минут. Это был Galaxy Fame, с вами был Дов. Всем удачного дня. До свидания.